Добрый день, друзья! Вы на канале Boston Technic. Меня зовут Николай. Сегодня на обзоре комбайн зерноуборочный Акрос 530 2008 года выпуска. Вот. Резина немного потрескавшаяся, но в целом походит еще. Акрос 530 2008 года. Техник сюда стал своим ходом. Здесь поставили. Немного была подготовка к зиме. То есть вот все видно, цепи смазанные. Вот. Ремни тоже все на месте. Рама без трещин, без каких-либо подварок. На этом комбайне стоят масты фирмы Класс. Можно увидеть. Это переднее колесо. Ну да, тоже трещина чуть есть. Вот облазит краска тоже, но это на рабочее состояние влияет. Можно при желании покрасить все. Заднее колесо в трещинах. Скорее всего, потребуется замена. Требуется приложить руки небольшие, здесь вот все в пене. Вот. Нужно будет приложить все-таки усилия. На данный момент комбайн в нерабочем состоянии. То есть пробил прокладку. Вода появилась в картере. Вот, соответственно, в ближайшее время все это устранят. Прокладку поменяют. И приведут в рабочее состояние. Аккумулятор тоже есть в наличии. С ним идет в комплекте жатка. Жатка RCM 081.27. Тоже 2008 года выпуска. И также идет тележка к нему. Повторюсь, в ближайшее время будет в рабочем состоянии. Но в любом случае необходимо будет приложить руки, где-то какие-то узлы подремонтировать, чтобы довести комбайн до идеала, готовым выйти в поле.